Всероссийский образовательный проект «Уголок героя» активно реализуется в образовательных учреждениях страны. Сегодня Каспийская гимназия номер 11 стала участником данного проекта, проведя торжественную церемонию открытия уголка героя Российской Федерации Радима Халикова. Началось мероприятие с традиционного и колоритного национального танца. Директор школы Мурад Идрисов поприветствовал всех присутствующих гостей и поблагодарил за то, что они нашли время и оказали поддержку в таком благом деле. Отметим, что на открытии присутствовала семья героя и депутат Народного собрания Марат Алияров. Герои, они никогда не умирают, они всегда будут жить в наших сердцах. И они будут жить, сколько мы будем помнить. И мы даем слово, что мы будем всегда их любить, ценить, помнить. И они сделали все, чтобы мы с вами жили в мире. И мы дорожим именами каждого дагестанца, каждого участника СВО, которые делают все, чтобы защитить нашу Родину. Стоит подчеркнуть, что основная цель мероприятия – это напомнить новому поколению, кто их герой и на кого стоит равняться. Я очень рад, что вы не забываете своих героев, не только моего брата, но и также всех остальных. Сейчас тоже время такое, вот, военные действия идут, наши молодые ребята погибают. Но главное, чтобы мы помним их, мы не будем никогда не забывать. В завершении мероприятия директор школы номер 11 Мурад Идрисов совместно с депутатом Народного собрания Маратом Алияровым разрезали красную ленту и официально объявили о открытии уголка героя. Асия Тумалатова, Гаджи Гаджиев, новости телеканал «Среда».